С 1 апреля, согласно указу президента и приказу министра обороны, на территории Российской Федерации начался весенний призыв в армию. С этого года в эту процедуру введены некоторые новшества. О них подробно рассказал военный комиссар города Сланцы Олег Рощенко. В первую очередь, это на каждого призывника будет оформляться так называемый электронный паспорт призывника. В данном паспорте по практически 58 положениям будут записаны данные о призывнике: фамилия, имя, отчество, место жительства, дата рождения. Ну, в общем, практически вся информация о призывнике будет записываться на этот паспорт. И паспорт будет находиться вместе с призывником на период всей его службы. Еще одно немаловажное нововведение заключается в том, что теперь призывники будут снабжаться всеми необходимыми средствами гигиены, которые они смогут получить на сборном пункте в Санкт-Петербурге. В этот набор входят средства для бритья, гель для душа и даже крем для рук. Все остальное останется неизменным. Молодым людям, получившим повестку, необходимо прийти в военкомат и пройти медицинскую, а если повезет, то и призывную комиссию. Я пришел в военкомат, прошел всех врачей и годен по А-категории. Но так как я еще хотел бы обучаться в ВУЗе, то мне предоставляется отсрочка на момент обучения. Ну а сразу после окончания ВУЗа в армию. Ты хочешь в армию? Да. Ну, не против, я армии. С 1 января этого года внесены изменения в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе, где записано, что граждане, достигшие 27-летнего возраста, ставятся на воинский учет в мобилизационном отделении только после принятия решения призывной комиссии района. Комиссия может принять решение о том, что данный призывник являлся длительное время уклонистом и скрывался от исполнения обязанностей по военной службе. И данная запись будет решением призывной комиссии внесена в военный билет. Имеющий такую запись не сможет устроиться на работу на государственную службу, в частности, в органы внутренних дел, МЧС и другие силовые структуры. Также хочется обратиться к жителям Сланцевского района, ну, имеется в виду мужское население Сланцевского района, по следующему вопросу. В мае месяце часть граждан будут привлечены для участия в военных сборах на базе одной из воинских частей города Луги. Просто обращаюсь с просьбой добросовестно отнестись к данному мероприятию. Это будут учебные сборы по повышению или приобретению новых воинских специальностей. Поэтому прошу добросовестно отнестись тех граждан, которые будут вызваны повестками в военный комиссариат.